В окружной пенсионный фонд обращаются обеспокоенные жители. Граждане утверждают, что к ним домой приходят люди и, представляясь сотрудниками государственного пенсионного фонда, убедительно настаивают немедленно переводить свои пенсионные накопления в негосударственный фонд, иначе они просто пропадут. В результате особо доверчивые жители округа подписывают финансовые документы, не глядя и даже не задумываясь, кому и на каких условиях они передали управление своей будущей пенсией. Жители Ненецкого округа уже попались на удочку агентов негосударственных пенсионных фондов. Их схема незамысловатая и выглядит следующим образом. Когда агент приходит к человеку, значит, ему какую-то информацию выдают, причем там они ссылаются на законодательство. Они говорят, что если вы сейчас не напишете, то ваши средства пропадут, обнулятся. Этому верить вообще нельзя. То есть они никуда не денутся. Даже если они находятся в пенсионном фонде, они как были у человека, так и останутся, так и будут продолжать инвестироваться только в пенсионном фонде. Скоропалительное решение о переводе денежных средств к другому страховщику может иметь печальные последствия, отмечает Ольга Парфенова. Ведь зачастую агенты подсовывают на подпись досрочное заявление о переходе, а граждане в силу своей неосведомленности всех пенсионных тонкостей не понимают условий такого перехода. Если вы пишете досрочное заявление, то средства переводятся страховщику, новому страховщику, на следующий год после написания заявления. Но здесь есть два существенных риска. Это потерять инвестиционный доход. А если инвестиционный доход еще кроме того оказался отрицательным, то вы еще теряете часть от гарантированной суммы, от номинала, скажем, да, который уже не восстановится. То есть таким вот скоропалительным переходом вы можете сами себе уменьшить средства пенсионных накоплений, того не осознавая. В случае, если вы все-таки приняли решение перейти к другому страховщику, важно помнить несколько простых советов, отмечают сотрудники пенсионного фонда. Во-первых, уточните, где сейчас находятся средства ваших пенсионных накоплений. Если вы решили перевести их в негосударственный пенсионный фонд, не делайте этого скоропалительно. Узнайте его историю, поинтересуйтесь, является ли фонд участником системы гарантирования прав застрахованных лиц. И помните, что всю исчерпывающую информацию о пенсионных накоплениях вы всегда можете получить у специалистов отделения пенсионного фонда по Ненецкому округу. Ирина Цепетова, Сергей Качегов, телеканал «Север».